Олимпиада открылась концертом в Адлерском доме культуры. Для того, чтобы попасть в этот зал, ученики 9-11 классов прошли серьезный отбор. Из более чем 5 миллионов участников в финальный этап вышли 227 школьников. Это представители 49 регионов России. Впервые в Олимпиаде по русскому участвуют знатоки языка из Крыма и Севастополя. Краснодарский край представляют 6 школьников из Темрюкского, Ейского, Приморско-Ахтарского района, Краснодара и Сочи. Конечно, даже не ожидала. Это произошло случайно. Я в прошлом году даже не попала на городской этап. И поэтому в этом году это была абсолютная неожиданность. Для меня это первая Олимпиада такого масштаба. Дальше города я никогда не проходила в этом году. И региональный этап, и сразу всероссийский. Победители и призеры школьной Олимпиады имеют льготы при поступлении в любое высшее учебное заведение страны и могут претендовать на получение премии господдержки и талантливой молодежи. Также из их числа формируется национальная сборная на международные интеллектуальные соревнования. Дорогие наши гости, вы, все сидящие в этом зале, уже сегодня интеллектуальная элита нашего общества. Россия точно надеется на вас, на ваши знания, на ваш интеллект, на ваше стремление изменить жизнь к лучшему. Добавлю, что в программе Олимпиады школьников не только интеллектуальные состязания. Ребят ждут мастер-классы, лекции, интерактивные игры, а также экскурсии по сочинским достопримечательностям, в том числе Олимпийскому парку и Красной Поляне.